Случайных людей в их команде нет. Все они студенты, но каждый прошел специальный курс обучения. Умеет хорошо плавать и оказывать первую помощь. Рука об руку с широкоплечими спасателями, хрупкие с виду, но решительные девушки. Именно они оказывают пострадавшим первую помощь. Если он захлебнулся водой, вот мальчишки его вытащили, его, то есть, а колено ставишь, его облокачиваешь, во-первых, надо воду оттуда всего толком, чтобы он смог вдохнуть. Если человек не дышит, нужно искусственное дыхание делать. В прошлом году за купальный сезон спасателям удалось вытащить из воды и вернуть к жизни 14 человек. В этом году на самарских пляжах будет работать 10 основных и 3 резервных спасательных поста, которые оснащены всем необходимым оборудованием. Работа спасателей будет вестись в тесном взаимодействии с медиками, полицией и областным поисково-спасательным отрядом. Проводилось в управлении гражданской защиты совещание, где были уточнены задачи, организовано взаимодействие. И в случае каких-либо происшествий экстренные службы будут немедленно приходить на помощь. Детишки плавают, то есть, как бы, дай бог, какие-то случаи могут случиться, ну, непредвиденные. Родители тоже не всегда могут следить, и тем более со взрослыми тоже может случиться беда, поэтому спасатели необходимы на пляж. Следить за безопасностью отдыхающих спасатели будут до конца купального сезона, открытие которого состоится только после проверки качества воды и территории пляжа специалистами. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.